Всем привет, дорогие друзья, с вами Лев, и в принципе сегодня мы поиграем на сервере Hypixel в Майнкрафт и поиграем в Cartoons the Wool, новая мини-игра, да, версии 0.3. И в принципе давайте сразу же начнем, да, я уже играл и я уже переснимаю раз, наверное, на пятый, потому что у меня то проблемы с интернетом, то он отключается, то еще что-то, не знаю, что происходит, не надо так делать, не знаю, мне что-то подлагивает вообще, что-то интернет. Лагерь, да? Хорошо, окей. Тут можно выбирать киты, тут можно киты еще, ну, всякие вещи покупать. Типа вот скорость, давайте скорость, кстати, возьмем в самом начале, да. Я думаю, можно взять, давайте лучник возьмем, потому что, как бы, лучник мне пригодится, думаю, да. А интересно, можно сразу два кита покупать? Ну, я лучше пробовать не буду, а то могу просрать, да, получается, там, 25 или сколько стоит. Хорошо, ребят, в принципе, это новый мини-режим вот такой вот, да. Так, это что, подождите, у нас синий, где, что, подождите. А, умри, он на нашей почти базе получается. Так, на, все, мы его сейчас вальнем, да, из него выпадают всякие яблоки, съелы, там, броня может выпадать, если железная какая-нибудь, да, или алмазная, наверное, алмазная, не знаю. Алмазная броня появляется тогда, когда ты... Шерсть собираешь, я не знаю, как это вообще работает. О, табаги. Надо их валить. А, тихо-тихо. Видели, броня сыпалась с небес, там, осыпалась с небес. Втираешь мне какую-то дичь. Съехала там, я не знаю, давайте отбежим. Чувак с нагрудником, я не знаю, откуда он был. Не знаю. Так, скорость бьем. Нет! Собака, вот собака. Я, блин, надо было яблоко реально есть. Хорошо, давайте еще скорость возьмем. Я не знаю, но мне она очень важна, да. И возьму еще воду, да. В принципе, почему бы и нет. Я как бы... Мы проиграли. Все, конец. Короче, окей, давайте ГГ напишем. И мы проиграли. Я не понял, как это вообще, что происходит вообще здесь. Объясните мне, что здесь происходит. Что здесь за дичь происходит. Просто объясните. Окей. Окей, я все знаю, пацаны, не надо меня тут. Да. Короче, это самое начало игры, у меня 0 золота. А, золото больше становится тогда, когда ты уже какое-то время отыграл, наверное. А может быть и не, наверное, я не знаю. То есть, когда я заходил на пеня, когда 2 минуты было 10 золота. Когда я заходил там 20 минут, было там 200, я не знаю. Так, все, окей. Да вы нормально постойте, блин, наркоманию какую-то твоят. Вот чувак строится, чё вы, дайте ему пожить-то нормально. Чё это, поделать, да? Он сдох, окей. Тихо, не херачит. Это обычный лук. Я тебе понимаю, зачем кит сделали, типа, только с павером один. Потому что здесь луки охереть как херачат прям жестко. Здесь броня вообще говно полное. Опасно как-то здесь немножко. Обстреливаем. Блин, мне немного не нравится то, что мы сейчас будем обстреливаться полгода. Я немного стрелил, окей. Правда, я его забрал, типа, у своего тиммейта, можно так сказать. Типа, я умру. Тихо. Да ты дебил. Да блин, вы издеваетесь, да? Меня просто взяли и убили, окей. 0 золота, я не понимаю, как сделать золото. Что это за сундуки? Вещи оставлять? Что это такое, пацан? Тихо, ты так не делай. Я кого-то убил. Нифига себе, 20 золота, я понял. За килл дает по 20 золота, нифига себе. Киты сами... Чё? Я не понял ничего, что это было сейчас, но окей. Так, они бегают, я думаю, догонят. Ах ты, ошибка, блин. Собака такая. Да как он остается на веку? Я, блин, от первого выстрела всегда умираю. Он мой. Я что-то взял, окей. Яблоко, стрелы всякие выпадают из них, да? Окей, так. О, отлично. Так, этого я думаю, я вольну. Я играл давненько, кстати. Именно в мини-режимы. В летсплей, в выживание всякое я играю. Скоро я вам спойлерну то, что скоро будет кое-что очень крутое. А именно новый летсплей с модами на новую версию Майнкрафта. И это будет оригинальное. Ну, в том смысле, и сборочка оригинальная. И как бы... я как бы уже начал вчера что-то мутить по этому, да. И там, короче, что-то будет крутое, но я пока что ничего не буду говорить. Там будет оригинальная
именно такая вот вещь, кое-какая, да? Ну, короче, будем там всякую дичь мучить. Ну, короче, всякая дичь будет. В принципе, окей. Так, окей. Сколько я окей вас сказал уже? Так, ладно, в принципе, погнали. А может свою стрелять? Наверное, нет. Да. Если бы можно было бы, это было бы очень странно. Блин, я почти попал. Мы красные, окей. Иди сюда, пацаны, пацаны, мы сейчас... Бля, я думал, он суицидник. Я не думал, что он такой крутой, окей. Так, окей. Окей, окей, окей. Мне надо куда-то попасть. Я не знаю, что-то, куда попадать вообще. Давайте, я не знаю, здесь построить. Типа вот так вот. Я до сих пор еще помню, как строится. Или не очень помню. Ну, как-то помню все-таки. Ой-ой-ой. А, мы затащили. Я не знаю, как это получилось, но мы затащили. Давайте напишем. А я не могу почему-то. Окей. Здорово, пацаны. Здорово, блин. Окей, в принципе, как-то так. Я не знаю реально, как в это играть. Давайте сыграем еще одну катку. Тут она как раз сама. Да, я понял, здесь просто нету никаких стенок. Я думал, что это у меня просто погружается медленно. На самом деле, все отлично, да. Фух. Так, 0 золота. Окей, давайте мы сейчас какой-то кит возьмем, что ли. Я потому что нужно, да. Типа, да. О, кстати, я вспомнил эту фразу, которая называется... Да, типа, да, помните, да? Типа, да. Ни у кого из людей нет такой эпичной фразы. И... Да, и... Да, типа, да. Окей, так. Это что сейчас, не показалось? Так. Может быть, получится. Давай! Ебой! Да в смысле? Как? Я не понимаю, как? Это читы какие-то или какое-то маленькое отталкивание, или я не знаю, окей. А у меня 10. 10. То есть за 2 кило 20. Окей, хорошо, пацаны. Так. 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 Чё? Вот тут чуваки даже не понимают, типа, хак. Читер, может быть, реально читер, я реально не в курсе. Да, хакер какой-то, читер, наверное, я реально не понял, что это было. Я видел же, что-то пролетело, может быть, это и был какой-то читер, я не знаю. Мы затащили, по-моему, за 50 секунд, я вообще ничего не понял. Вообще ничего не понял, давайте сыграем еще в катку. Думаю, еще каточки две сыграем, я просто реально... Дичь какая-то происходит полная, да? Итак, началась новая каточка, и думаю, она будет последней, да, и... Хорошо, так, кстати, я увидел то, что просмотров и лайков очень мало было, то есть 80 просмотров и 7 лайков, это на самом деле мало, особенно для выживания, потому что, ну, вам нравится выживание. Я все-таки думаю то, что много кто оповещение кому не пришло или что-то такое, да. И как бы, по-моему, это выходило... А, это воскресенье выходило, я, короче, наверное, ролики по пятницам буду выкладывать. Ну вот этот ролик не выйдет, он, наверное, тоже в воскресенье или в субботу. А, нет, он в воскресенье выйдет. И все потому, что, ну, как бы, сами понимаете, типа, я его делаю, кстати, в субботу. Окей, так, ладно. О, яблочко, спасибо. А тут все по 25 стоит, окей. Скорость. Давайте скорость. Сок. Так, давайте возьмем что-нибудь. Давайте, блин, зачем скилл это взял? Ну окей. Возьмем стрелы, пофиг. Я вообще хотел взять что-то тут. Ага, вот этот чувак, короче, украл нашу шерсть, но мы его убили. Это хорошо, да, то есть мы спасли что-то там, да. Мы какая? Мы красная. А, то есть они под угрозой сейчас. Да, может быть и мы. Я реально, я не в курсе, как здесь играть. Как бы ролики вообще стало сложнее делать. Я сейчас пытаюсь хотя бы... научиться делать их раз 5-4 дня, чтобы, ну, типа, 2 раза в неделю ролики снимать, я думаю, это будет неплохо, потому что, ну, типа, это как бы интересно не будет, то есть, ну, нормально, типа, почему бы и нет, типа, думаю, сами понимаете, как бы, то, что, ну, 2 раза в неделю это будет намного лучше, чем один ролик в 2 недели или что-то такое, да. Я, кстати, думаю, то, что следующее видео будет по карте в Майнкрафте, да. Я все-таки так подумал, то что, ну, типа, зачем я должен только из-за лайков, типа, снимать какой-то летсплей. Я его засниму, как бы, в следующем ролике. Я его постараюсь сделать пораньше, да. Но, как вы понимаете, сейчас, как бы, школа, все такие вот дела, да. Я комментирую, кстати, очень плохо. Я это все слышу, что я дичь несу. Мне так лично кажется.
А, он застрял. Я понял, что он застрял. Ну, вы, думаю, убьете его. Нет, они не стали бежать за ним. Молодцы. Сейчас он, короче, возьмет кого-нибудь нагрудник, получит и убьет всех. Окей, гениально. 20 золота, я то есть двоих убил. Окей, я понял. За одного 10, а не 20 дается. Так, есть один. Я не понял, это то ли читеры, то ли они как-то застревают и бить могут, не знаю. Но я все-таки двоих убил, давайте возьмем вот этот кит, да. Давайте, кстати, попробуем снять все-таки шлем. Может быть, они примут за своего, типа. Почему бы и нет. Да дай мне тут, короче, поехать, да, нормально. У них все под угрозой, видите, у них прям 200 метров, типа. А у нас 129. Я ничего не понимаю, короче, я ничего не понимаю. Да, блин, вы что, издеваетесь, что ли? Откуда он взялся? Я пока, блин, дичь всякую нес. Давайте лук возьмем. Блин, все, я просрал все золото, молодец я. Окей, давайте делать киллы хотя бы. Я не знаю, как здесь играть. Здесь нужно, короче, шерсть, как это получать. Но, ребята, у меня это не получается. И напишите, кстати, в комментариях, снимать ли мне на этом мини-режиме, да. Немножко задумался, что-то окей. Так, хорошо, хорошо. Так, 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 так. Давай. Давай, один есть. Второй. Второй есть, окей. У меня три яблочка, хорошо. Фух, 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 фух. Опасно как-то вообще жестко. Жестяк лобный. Так, ой-ой. Надо так делать. Да-да, умеет, блин. Так. А, они типа не понимают, что я типа вот тут нормально, короче, все. Ой-ой, скорость! Идите в жопу, идите в жопу, идите в жопу! Нет! Да блин, нет! Стой! Да пацанчики! О, я, блин, спалил своих, вот я собака вообще. А, блин, у меня скорость. Чё я вообще паникую? Мы же затащили, ребята. В принципе, я не понимаю, как здесь играть. Здесь нужно как-то шесть, ну, типа, попасть на их базу. Получить какую-то зеленую, так понимаю, шерсть. Я просто смотрел прохождение. И вот как-то так. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравился ролик, да. И, в принципе, на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Как-то так, ребята, не получилось у меня все-таки вот это все сделать, да. То есть, не получилось показать вам, как там победить, попытаться или что-то такое. У меня не получилось. Саян, ребят. Может быть, сделаю вторую часть, если прям вам понравится, да. Ну и вот как-то так, ребят. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Всем спасибо. Пока-пока.